Ну что же, мы продолжаем играть в Люциус, но знаете, в чем основная проблема? Я понял то, что в этой игре нету понять, как сохранить в том месте, где ты закончил, да? И теперь, чем мне надо проделать, по сути, все действия, которые я когда-то делал. Вот это самое обидное. Ну что же. Так. Ладно, мы отправляемся к мяснику. Я так и не знаю, что там надо делать. Ну понял я, все, давай, и пропускай. Так, Джед. Работает сырым мясом. Мне нужно найти способ, как ты ему напакостничать. Так, ну, как мы можем ему напакостничать? По-любому что-нибудь должно быть на кухне, да? Чем он может напакостничать ему? Так, водопроводный кран. А зачем этот пакетный мусор мне? Пакетный мусор. Ну, мусор в пакете. Ну ладно. Я не знаю, что можно пока что придумать. Просто сейчас пока что буду выполнять то, что я выполнил как бы в прошлой части, но, блин, мне это не засчиталось. И будем думать, что можно еще придумать. Я-то думал, оно сохраняется нормально, блин. Оно не сохраняется вообще. Так. Текущий показатель поведения 90%. Ладно, пока что, я думаю, можно пошляться, посмотреть, что тут вообще у нас имеется. Я думаю, что тут такое, блин? Как ему можно пакостничать, я не знаю. That's awful, man. It sounds like you're stressed. You know what relaxes me when I'm nervous? Jazz, well, jazz. You like jazz? I'm really not a jazz fan. I haven't heard quite stuff. I had a tape of my band you should really listen to. It's very cool. I'm sure you'll like it. Hey there, little. Здорово. Ну,
Okay. They have a lost and found box somewhere? I'm not sure. I'd imagine they do. Well, hi, Lucius. If you have some spare time, you can search for my Baz cassette. I would, but I have to wait until your father gets here. Так, окей. Я не помню, где кассета уже находится, но... Ну, предмет в инвентаре, батарейка. Текс. Да, я помню то, что вот эта бутылка нужна. Нужно отнести. Сюда, по-моему, надо отнести. Вот сюда вот, да? Ну, это потом, например, сейчас скажет там. Alright, Lucius. How's my best mate today? Да, я был очень хорошим мальчиком. Капец, каким хорошим, я хочу что-нибудь разнести теперь. Так. Окей. Он сейчас в последнее место, по-моему, надо мне, да? Это вот сюда вот попасть. Чайку не хотите, а? Упс, чашечка упала. Ой, и вторая упала. Так, у меня есть что-нибудь такое, что... Что я не знаю, а что... Так, Агнес. Самый противный из них всех, ее смертельный грех обжорство. Может показаться тем, что ее убьет. А, может показаться тем, что ее убьет, и я найду способ обставить ее страдать. Да. Добрый мальчик вообще. В общем, надо, если я ее хочу. У этого надо, в общем, пойти на кухню, я думаю. Кук. Нормально. Так. Ну, предмет в инвентаре. Капец. Я не знаю, что делать опять. Ну ничего, сейчас лампочку не хочешь? Замок не хочешь? Гаечный ключ не хочешь?
Спички не хочешь? Ага. Спички он не хочет, но он меня палит с ними, да? Окей. Что может рвануть эту бобину? Так, ну, грех смертный — это обжорство, значит, что-то тут должно быть по-любому. Еще нету ничего такого, что можно ей дать, чтобы она отъехала, что ли? Корзина с хлебом. Я, кажется, знаю, что можно сделать. Таким образом. Что-то должно быть, что... чтобы она так траванулась. Вообще капец какой-то. Чтоб она аж сама пела от этого. Ну а только шоу, вот у меня вопрос. Ладно, сейчас определимся. Чё-то темновато как-то. Фонарька. Так. Я не могу, мне уши очень больно, блин, от этой музыки. В общем, вот так сделаем. Мне, например, хорошо слышно ее, и ушам хотя бы не очень больно. Ну, кто переворачивает это все время? Текс. По-любому есть что-то тут, что мне поможет, а? А, так, интересно. Что-то какой-то стрелочка идет. И чё? Интересно. Так, а я могу выйти на улицу где-нибудь тут рядом, а? Вот, я могу вот тут выйти. Обидно.
есть компрессор сжатого воздуха. Не знаю, может с ним что-нибудь можно сделать. И чего? Кто слай поет-то, ё-мы? А что если на эти пирожные тоже глазометом? Не пирожные, а хлеб. Так, обидно. А зачем мне надо было этот портить тогда? Так. Вообще, по-хорошему, в аптечке что-то должно быть. По крайней мере, такое, что можно использовать против этого. Ну он хочет, чтобы она опучилась, так? Тогда надо что-то такое ж. Что аж капец. Да ё-моё. Капец. Так, ну теперь знаю то, что в этих местах бывает что-то интересное. Офигеть вообще. Тикс. Так, а по-любому уже я что-то могу сделать же, да? Такс.